«Остановись, убедись в безопасности» – такие надписи появились сегодня вблизи одного из пешеходных переходов Барнаула. Студенты технического университета поддержали идею сотрудников ГИБДД. Слова, призывающие быть внимательными, наносили специальной дорожной краской через трафарет. Пешеходный переход на проспекте Ленина у технического вуза первый в Барнауле, на котором появились такие надписи. Каждый человек смотрит, когда идет под ноги. Как следствие, он увидит эту надпись. И мы в надежде, что у нас наше действие и наша работа не пройдет бесследно. То есть каждый пешеход хотя бы обратит внимание и, возможно, приникнет каким-то действием, чтобы безопасно переходить дорогу. Всего в нашем крае, по словам сотрудников ГИБДД, более 3000 пешеходных переходов. В Барнауле почти 1300. В ближайшее время подобные надписи могут появиться и у других учебных заведений. Организаторы надеются, что этот пример окажется заразительным. Со своей стороны полицейские готовы предоставить трафареты и краску.